Здравствуйте, я редактор проекта «Место происшествия» Михаил Вагин. В данный момент я и мои коллеги готовим свежий выпуск нашей программы. Смотрите сегодня в выпуске. Заживо сжег свою подругу. Вот так вот он. Что? Он уже, бензин закончился, канистру, видимо, бросил, он еще. Чинка. А дочь ваша где находилась в это время? Там же она и сидела тут же, на диване вот тут. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении поджигателя Александра Криулина. Минус один столб и машина. Антош, ты мы с тобой вместе по голову носили, ты что делаешь-то? На улице потребкооперации пьяный водитель Kia Spectra устроил ДТП. Аварийный разворот. На улице Воровского камера зафиксировала, как на парковке водитель Приоры протаранил забор. Подробности этих и других происшествий сегодня в нашей программе на Первом городском канале. Не пропустите!